спасибо за символ прибежища. Выехать из Запорожья возможности нет. Надеемся на поддержку, да. Спасибо. Хочу вам сказать, что наша любимая Таня Крылова, которая вела нашу группу в Телеграме, которая называлась у нас «Дуйко Кайлас и РТЕ», которая пропала из видимости и нашей связи 25 февраля во время начала войны. Она оказалась жива, 2 месяца просидели в подвале рядом с больной мамой и так далее. Все в порядке, не бойтесь, ее жизни уже не угрожает никакая опасность. Марина Помачук, спасибо, что внимательны к нам всем. У меня вопрос, что нужно сделать, чтобы приблизить долгожданное событие, как можно чаще радоваться и посвящать эту радость этому событию. Говорит, скоро это будет, а-ха-ха-ха-ха. Людмила Мила, дуже болить коліно, прямо не можу ходити. Робила блокаду, помогла на 2 місяці і знову болить. Порадьте, що мені робити? Від мазь Габана алергія. Повністю уберіть м'ясну пищу із раціону питання. Випивайте в день 1,5 літра води з добавленням 1 чайної ложки соди. І от цього у вас не буде. В якому часу вебінар по Україні? Уже скоро закінчиться. Ирина Шабалина. Можно ли по-прежнему просить у вас прибежище для моей...